Всем привет! С вами канал отдыха и путешествий Fritids Tour. Это видеообзор Robertson Key Hotel 3 звезды и района Clark Key, города Сингапур. Clark Key – это район исторической набережной на берегу реки Сингапуре. Набережная Clark Key получила название в честь сэра Эндрю Кларка, второго губернатора Сингапура. Еще в начале 90-х годов эта зона привлекла внимание градостроителей и была превращена в комплекс магазинов, пабов, плавучих ресторанов и ремесленных лавок. С этой набережной организовываются экскурсии по реке на прогулочных катерах. В настоящее время к набережной пришвартованы китайские джонки, которые были реконструированы в плавучие кафе и рестораны. Здесь расположены известные рестораны и ночные клубы Hooters, а также Indochine. Clark Key – также название дороги вдоль набережной, часть которой в наши дни стала пешеходной. Robertson Key Hotel расположен в центре Сингапура, в районе Clark Key, поблизости от кафе, ресторанов, ночных клубов, квартала красных фонарей. От отеля до залива, где проходит лазерное музыкальное шоу в 20 и 22.00, идти примерно 20 минут. Благодаря оригинальному дизайну отель похож на цилиндр, его легко увидеть издалека. Особенности бронирования отеля. Мы бронировали отель на сайте booking.com. За неделю до заселения отель снял 70 сингапурских долларов с карточки как депозит. По приезду в отель мы оплатили полную стоимость проживания, и сотрудники отеля обещали нам вернуть эти 70 сингапурских долларов на карточку, но так и не вернули. Вот так в Сингапуре обманывают доверчивых иностранцев. Позже мы узнали, что о нарушениях со стороны отеля нужно сообщать на сайт booking.com, писать или звонить на горячую линию. Есть русскоязычная поддержка. Отель будет оштрафован, а ваши права защищены. Расскажу о достоинствах и недостатках Robertson Key отеля. Итак, достоинства. Нам достался номер с видом на канал. Порадовал свежий дизайнерский ремонт. Кровать была большая и удобная. Завтрак не особо разнообразный, но сытный. Порадовал отличный свежезаваренный кофе и апельсиновый фреш. От станции метро Clark Key идти до отеля минут 10. В номере был чайник. К недостаткам отеля могу отнести очень маленький размер номера, примерно 12 квадратных метров. Рядом с отелем нет дешевых кафе. Бассейн очень маленький, с резким запахом хлорки. В январе он нам не пригодился, поскольку жарко совсем не было. Итак, всем спасибо за просмотр. Если видео было для вас полезным, надеюсь на лайк. Подписывайтесь на канал Fritids Tour. Делитесь этим видео в социальных сетях. И до новых волнующих встреч, друзья!